Вчера в Минске подвели итоги ежегодного областного соревнования среди средств массовой информации. Церемония награждения лучших журналистов региональных и республиканских СМИ прошла в Минобласполкоме. Среди победителей – Солигорский телевизионный канал. В номинации «Лучшая телепрограмма Минской области» СТК удостоен главной премии. Это высокая оценка профессионализма всего коллектива. Наше региональное телевидение нисколько не уступает нашим национальным каналам. И тот факт, что задача в ноябре 2018 года перейти всем телевидениям, вне зависимости региональное это или республиканское, формат HD, говорит о том, что мы стоим на одной ступеньке со всеми телевидениями. Поэтому отрадно, что нас смотрят, что мы получаем такие достойные высокие награды. Всего около 30 представителей СМИ получили награды из рук заместителя председателя Минобласполкома Виктора Сиренко. Среди награжденных редакция газеты «Шахтер», «Калийщик», «Строитель». Помимо торжественной части, журналисты за круглым столом говорили о том, что сегодня интересует читателей и зрителей и как завоевать новую аудиторию. Сегодня районные СМИ остаются востребованными, не теряют своей актуальности, и при этом все имеют электронные версии. Отбор всех людей, которые участвовали в этом конкурсе, был достаточно серьезным и долгим. Ведь не просто это уважительные отношения, за этим идут еще и финансовые какие-то поощрения. Для нас СМИ – это не только информационный поток, это воспитательный поток, это на самом деле общение власти с людьми, это обратная же связь, это народ и власть, потому что обращения, которые проходят через СМИ, они серьезные, они на самом деле где-то могут фильтроваться и где-то не пропускаться, а мы на сегодняшний день как-то уже по-другому относимся к этим всем информационным потокам. Не то чтобы внимательнее, а разбираемся до глубины возникновения тех причин, которые побудили людей писать или обращаться в средства массовой информации.